Всем привет, друзья, канал Мусалим. Работаем у нас Audi Q5. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор по салоне. Смотрим, где вибропластом обработан. Крыша, можно сказать, голый металл. По дверям небольшие куски вибропласта проклеены. И по багажнику смотрим, на полу небольшой кусок обработан. И задние арки также некие части обработаны. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию. Готовим поверхность. Приступаем. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Audi. Проклеен у нас пол в салоне. Проклеен у нас также, проклеена крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта 3 мм. Приступим наносить второй слой. Мембранная шумоизоляция Integra 6 мм. Обработан багажник, пол в багажнике, задние арки, крылья. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Q5. Проклеена у нас мембранная шумоизоляция пол в багажнике. Блокшот 7 мм. Также мембрану наносим на задние арки и пол в салоне. Титан 8 мм. Skyline 7 мм на крыше. Третий слой в дверях. Нанесли вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой наносим на дверные обшивки. Эксперт 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.